будешь ранен, милый, на войне, напиши об этом непременно мне. Я тебе отвечу в тот же самый вечер. Это будет теплый, ласковый ответ. Мол, проходят раны, поздно или рано, а любовь, мой милый, не проходит, нет. Может быть, изменишь, встретишься с другой, и об этом пишут в письмах, дорогой. Напиши, отвечу, ну, не в тот же вечер, только будь уверен, что ответ придет. Все-таки пройдет. Но в письме не вздумай заикнуться мне о другой измене, клятве на войне. Ни в какой я вечер трусу не отвечу. Для труса есть один ответ. Все проходят раны, поздно или рано, но презрение к трусу не проходит, нет. Все проходят раны, поздно или рано, но такая рана не проходит.